Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Управление Федеральной службы безопасности России по Оренбургской области проводит набор выпускников 11 классов для поступления в учебные заведения ФСБ России на факультеты подготовки оперативных и следственных работников, в Институт криптографии, связи и информатики, а также в пограничные институты. Желающие должны иметь гражданство России, быть готовы сдать нормативы по физической подготовке, пройти медкомиссию и профессиональный психологический отбор. Обращаться в Оренбурге по адресу: улица 9 января, 43. Подробности по телефонам 78 52 75, 78 51 73. Ремонт любой бытовой техники, запчасти. Адрес: Хабаровская, 113/1. Телефон 60 60 80. Организации требуются водители категории С, Е, ДОПОК, машинисты экскаватора, фронтального погрузчика, бульдозера, автогрейдера. Вахта в Оренбургской, Челябинской, Актюбинской областях. Питание и проживание за счет организации. Звонить по телефонам 8-965-692-6003. 8-965-692-6013 или 8-965-692-6021. На автомойку требуется администратор, автомойщики. Телефон 8-903-367-97-84 или 27-97-84. Требуются повара, кассиры. Звонить 8-919-857-96-10. Для работы в Оренбурге и Оренбургской области требуются охранники. Телефон 8-961-929-77-30. В гостиницу требуется повар, официант, горничная. Звонить по телефонам 77-44-00 или 8-912-350-08-74. Требуется швея-портной. Телефон 8-905-818-54-55. На склад срочно требуются экспедиторы, грузчики, комплектовщики. Телефон 97-45-54. В магазин требуются продавцы-комплектовщики, колеровщик. На склад требуются грузчики и водитель погрузчика. Обращаться по телефонам 54-03-00, 8-912-345-71-61. В спорткомплекс Оренбуржье требуются медсестра, инженер по пожарной безопасности, грузчик, сантехник, администратор. Телефон 71-90-43. В городе Орске требуются лицензированные охранники. Телефон 8-903-398-0105. Требуется водитель с категории Е. Звонить 42-63-31. Требуется ревизор-мерчендайзер с личным автомобилем. Телефон 8-922-544-20-46. Требуется водитель на автомобиль «Газель». Официальное оформление, оклад плюс премия. Телефон 96-36-16. Требуется автомойщик, уборщик, теплотехник. Звонить 8-922-858-18-00. Требуется разнорабочий и сантехник. Телефон 69-39-80. Требуются дорожные рабочие, отделочники, слесари, каменщики. Оплата 1200 рублей в день. Звонить 8-905-818-07-69.
Требуются водители категории С. Телефон 8 961 942 48 30. В организацию требуется юрист. Телефон 8 987 882 63 64. Требуются продавцы в супермаркет «Савин» в поселке Заречье. Телефон 8 961 942 48 30. Требуется юрист-кадровик с опытом работы на улицу Беляевскую. Телефон 26 87 31. Срочно требуются охранники 6-го разряда. Телефон 97 63 82. Требуются охранники в город Оренбург и на вахту. Звонить 8 903 398 0105. Требуются рабочие, механизатор, водитель категории БЦ. Телефон 8 922 826 1604. На улицу Беляевскую требуется электрик с допуском и личным автомобилем. Телефон 26 87 31. Смотрите видеоблокнот на нашем сайте ort-tv.ru.